Время идет, все мы меняемся. Я, если что, давайте так. Я ложку почти никогда в жизни не смотрел. То есть я знаю только по историям того, что что-то ему там, блядь, музыку в его летсплее Слава Мерлоу писал и все такое. То есть, ну, вот первая серия, может, что-то крутое, настоящее. Чем-то новым, крутым всегда вдохновляемся. Сегодня, друзья, перед вами проект, который, надеюсь, получит респект. Респект от каждого из вас, конечно же. Всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Лошка. И добро пожаловать в новый сезон. Сезон, в котором кто-то найдет себя, увидит своего знакомого. И что самое главное, сезон, который погрузит каждого из нас во времена, понятные любому зрителю. Да, друзья, добро пожаловать в настоящее время. Охренеть. И добро пожаловать в последнюю реальность. Глубокая переработка геймплейных механик, новые моды, новые диалоги, на несколько десятков процентов переписанный код Майнкрафта и, конечно же, новая история. История, напрямую погружающая нас в новую действительность и при этом продолжающая общий лор. Мироходец Лоу-Лошка спустя 11 лет, сколько мы его знаем, попадает в новую реальность и получает то, чего ему так не хватало на протяжении столького времени. А что именно ему не хватало, мы узнаем вместе с этой большой новой историей. Перед началом, друзья, не забывайте, пожалуйста, что это самое начало сезона, и в начале пути ваша поддержка играет наивысшую роль. Поэтому, зная, что нам нужна ваша поддержка, пожалуйста, не поленитесь подписаться, поставить лайк и даже нажать на колокольчик. Об этом я прошу супер редко. Еще раз, друзья, добро пожаловать в Майнкрафт и добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Вау, охуеть, интро. Ну, вообще прикольно. Ну да, удар, все, уже хочется, блядь, скипнуть. Давай еще секунд 10, подъебаем, блядь. Заебись. Блять, скажите, что это Арткрафт сделал. Он же оставляет ссылки. Ну прям чувствуется. Девять, девять, три. Блять, так это Fortnite. Блять, хорошо то, что тут не прям изъебистые, прям видно, что качество хорошее, но не прям изъебистые эти модельки, когда они супер плавные. Тут, ну, верится, что как бы Майнкрафтик, потому что он рано или поздно сейчас начнет в него просто играть, и чтобы переход как можно меньше был. Как бы прикольно, но все равно выдержанная стилистика. Сперма какая-то пролетела. Почти с видео.
это жесткие отсылки на то, что я не видел. Так называемый Fortnite. О, ты такой хорош. Да. Так, я все, я могу говорить, да? Все началось? О, черт возьми, ребята! У меня мурашки по коже! То, что я сейчас увидел... Нет, то, что мы сейчас все увидели, это не новый уровень. Это шедевр! Боже мой! Так, ладно. Давайте сейчас немножко эмоций в сторону. Это правда круто, но... Где мы появились? Что я такое? Я все еще лололошка, да? Встать. А, я же упал. Да, я упал. Блять, вот это охуеть. Это, конечно, охуеть. Прям такие движения. Получается, и прямо сейчас встать. Ух ты. Ой, подожди, я что, голый? О! Нет. Сыночка, я в Сан-Тропе. Это Бальдур с Гати 3? Ну, это 4 уже, видимо. Что это? Кофта ло, штаны ло, ботинки ло. Подожди, броня? В каком пла... Да, сделай это. Еще год быстро проходит с 13 зрителей. Я готов ему задонатить трусы. Донаты летят, это сосок заботит. Кидай 200. Так. Погодите, чего, извините меня? Я могу раздеваться в этом сезоне и... Хуйня полная, то есть люди просто вокруг проигнорили, что он голый. Минус балл. Снять одежду? Я уже себе, походу, что-то проспойлерил, но, наверное, это хороший спойлер, скорее. Я просто тут уже офиг... Бля, не, ну это лучше бы снял, если честно, потому что это, блядь, скинь. Кто разрешил тебе надевать трусы? Эй, ты что, хочешь, чтобы я был без трусов? Кто разрешил тебе открывать рот, когда рядом нет моего хуя? Дело того, что у меня какие-то новые полосочки появились. Туалет, здоровье, сытость, выносливость. То есть, если я буду бегать, наверное, то... Да, да, смотрите, она будет постепенно тратиться. Окей, и... Залупа нахуй наверху высвечена. Жажда. Очевидно, что это жажда, потому что она рядом с сытостью находится. И то, что у меня есть гиря на 34%... Скин ложки, скин хуйни, блядь. Скин 2011 года, уже бы можно было бы поменять какой-нибудь стиль, тем более... Учитывая то, что у него сейчас одежда сменяется, может быть, он наконец-то скин реально поменяет на нормальный, потому что эти очки ебаные, это уже пиздец, конечно. Вы, ну, нарисовано красиво, типа, он, скорее всего, его прокачивал, как бы, под современность, но, блин. Это мой максимальный допустимый переносимый вес, да? То есть, если я, не знаю, очки свои возьму и выкину... 25%! Ага! Постепенно начинаем осваиваться в мире, который я даже не понимаю, что из себя представляет. Всем привет! Здрасте, паренек в галстуке. Здравствуйте, паренек. Какой-то... Бля, нихуя себе, вот это все проработка, нихуя себе. В другой одежде. Девушка тоже в галстуке, кстати. Так, типа, я уже подъебнул тут... с самого начала. Наверное, сойду за своего, потому что выгляжу я как будто свой. Как черт, есть, ты под... какой ты как свой выглядишь? Они как люди выглядят, ты выглядишь как, блядь, кибершкольник. Что это нахуй? Бля, вы представьте его такого на улице. Его захуярят в Ростове, блядь, за секунду. Мыть-то, да? Понять бы только, что мне в этом мире нужно и что от меня требуют. Автомат с питьевой во... Ух ты. Подожди, что это еще и кликабельная штука, господи? Купить, наполнить, Год, безналичная спасибо. Оплата. Ну я, наверное, сейчас ничего не могу сделать, да? Потому что у меня ничего нет. Сколько нахуй? Только что вкинул себе еще один спойлер, то что здесь будут деньги. Белая чашка. Взять я... Не могу, ладно, то есть я бы смог, наверное, сюда поставить и потом налить. Но, опять же, у меня нету воды. И то, что я сейчас вижу перед собой, типа вот люди в галстуках, какие-то автоматы с питьевой водой, это похоже на какие-то, знаете, времена СССР. Ну вот, если вот так посмотреть, например, на вот эту картинку, на вот эту фотографию, то видно, что галстук такой же красный, рубашка такая же белая, автоматы с питьевой водой такие же автоматные. Не, нихуя. Так это действительно недалеко от нашего времени. Союз нерушимый! И если посмотреть на главное меню, то там видно... Компьютер. То, что я сижу за компьютером. Там больше видно то, что Дэнди. Это 80-е. Или что-то... 90-е. И как будто меняются временные линии. Сначала я сижу за каким-то старым компьютером. А, нихуя себе, реально. Ебать. Потом более новым, а потом мега современным. Это надо учесть. Прикол. Честь. Это надо учесть, и вообще, наверное, надо уже что-то делать. Еще раз всем здорово! Я бы хотел с кем-нибудь из вас поговорить. Девушкам. Девушкам. Парень. Нажимаю, ничего не происходит. Ладно, видимо, здесь NPC просто для виду пока что. И, возможно, мне, кстати говоря, нужно... Во-во-во-во-во, быдло, зацени. Видимо, здесь NPC просто для виду.
пока что. И возможно, мне, кстати... Показалось. Кстати говоря, нужно... Ой, белый китайский фонарик. Можно повесить на стену. О, спасибо. Слушай, прикольно. Мне, возможно, нужно сейчас туда пойти, потому что это у нас, опять же, какое-то учебное заведение, по всей видимости. Вперед к знаниям. Ой-ой-ой. Да, это точно учебное заведение. Всем здорово! Знак университета. Ребята, это университет. Понятно, да? Теперь все более чем очевидно. Главный корпус. Прикольно, что написано. Блять, ну сука, ну если переписан код Майнкрафта, нахуй, да, там он говорил то, что, блять, переписан. Ну переписали бы вот это просто позорище. Вот это выглядит просто охуительно. Вот это выглядит, это как будто нахуй. Ну, блять, на. Когда он на блоке смотрит, по центру как это залупа высвечивается тоже. Нахуй оно. Мне ломает погружение прям. Это самое заговорить-то. Вообще все, все. Сука, так вы посмотрите, как здесь все охуенно проработано. Сисечки даже есть, да? Так странно в самом начале. Девушка, парень, я, ебать, о чем-то говорят. Художественный перевод с древних языков. Добро... Что? Добро пожаловать. Здравствуйте, а могу ли я с вами поговорить? Пошел Нет? нахуй. Художественный язык, или как там было написано? Художественный перевод с древних языков. О, а это что? Математическая экономика и теория управления. Да что вообще? А, это запись в какой-то кружок. Какие нахуй кружки? Это абитуриентов в день открытых дверей, нахуй. Блин, как у Лололошки получается делать так, что самое интересное, что происходит на экране, это мой донат, который сейчас озвучивает. Ну, блядь, не, ну ты, конечно, много на себя берешь, братанчик. Приветствую, хотел бы записаться в математическую экономику и теорию управления. Ну, это так, видимо, не судьба. Девушка не кликается, что... Это 1 сентября, или вот когда ЕГЭ сдали, приходишь, ты выбираешь факультет, на который ты собираешься поступить. Это молекулярная биология и биотехнология. Далее знак университета, экология и природопользование, живопись и изящное искусство. Все остальное мы уже видели. Ой, здравствуйте. Че это у вас тут? Это выдающиеся ученики, что ли? О, да. Так тут, оказывается, сразу все 5 есть. Так, это у нас... Потому что это в университете факультета. Математическая экономика. Это что-то с молекулярными знаниями связано. Это экология и природопользование. Художественная живопись. И перевод с древних языков. Вроде бы я правильно запомнил. И знак университета. Не знаю, зачем мне эти знания, но... Наверное, в будущем пригодятся. Приветствую. Не поговорим, ладно. Теперь у меня появляется ощущение, что я куда-то поторопился, и мне на самом деле не в университет надо было. Поторопись! У нас тут котлетки. Здрасте. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Нет, здрасте. До свидания. Ты хотите сказать, что не верите, да? Смотри. Да? Я все... Че это за бобр, нахуй? Лето качался, чтобы в этом году мы точно выиграли соревнования по водному поло. Ой, да хватит и выпендриваться, а. Вот, хватило. Все... Нет для взлета. Бля, ну... Летят, как из пулемета. Я, может, два да каза, нет, да нет, оставшиеся нет, 20 нет. минут закинули. Ну, знаете, посмотреть, блядь, ну, вроде интересно даже. Ну, типа, как это все проработано хотя бы? Так знаешь, что ты попал сюда по спортивной стипендии. Я сначала подумал, что он проходит, и прямо озвучка, но оказывается он, блядь... Ну, он тоже хорошо по-актерски озвучивает. Хочу и выпендриваюсь. Я вообще-то принесу нашему универу славу и почет. И... Ой-ой-ой, да ты бы так лучше об учебе заботился. У тебя 2 незачета с прошлого года. Очевидно, просто у него нет высшего образования, и он не знает, как тут все утроено. Слушай, да, братан. Вообще-то, если ты заработаешь еще один, то вылетишь, как валанчик из бассейна. Ты уж подумай. Валанчик из бассейна, ну да. Ты-то что поддакиваешь, Има? Пришел бы хотя бы раз на одну мою игру. Ты даже не шаришь, чем я занимаюсь. Ох, братан, мне и шарить-то не надо. Брат, братан, с грантом по микробиологии я весь год проведу в лаборатории. Ну, зачем ты его так? Бля, надо тебе было... Отыгровка, конечно, мое почтение. Я не представляю, как это сделано, но выглядит. Я думал, что, знаете, когда вот... На СП5 только вот началось вот эта хуйня с анимациями, когда вот ты проходишь, там кто-то по телефону болтает, чуть-чуть, ну, игроки просто прокидывают. Сыночка, я думал, ебать, живо выглядят, но вот это... Нынче школьники настолько отупели и деградировали, что они способны только снимать летсплей. Да не... Даже не знают о существовании институтов. Флай?
Это студенческие разборки. Прикольно. Хоть какой-то диалог послушали, слава богу. Я уж думал, что тут вообще ничего не будет. Попробуем тогда сменить тактику. Мы не к университету пойдем, а от него. Куни! К университет! Ха-ха, куни, поняли, типа? Я тебе говорю, новый профессор по основам компьютерного проектирования такой красавчик. Я видела его фотки в профиле в пейджере. Хочу писать у него диплом. Писать. Эй, ты что, реально с ума сошла? А что, если он как специалист отстой? С такими-то мышцами? О, нет, он должен быть во всем хорош. Высокая трава, кстати. Да, это правда студенческая жизнь. Ух ты. Телефон, айфон. Фон! Телефон! Айфон! Фон! Ребята, это не СССР, это не 80-е и 90-е годы. Ну, нет, подожди, она сказала пейджер. Пейджеры вообще когда появились? 2000-е, да? Да, мы приветствуем, пейджер. Поболтаем. Не поболтаем. Телефон уже о чем-то говорит. Черт подери, как мне это нравится, а? Здравствуйте, еще раз, присяду. Что-то читает. Я в Сан-Тропе. Нефтекумчане. Но опять же неизвестно что. С парнем не поговорить? Тогда пойдем, наверное, в эту сторону. Хотя погоди, а это что такое? Это автобус? Я понял. Мы сбежим отсюда, вот что мы сделаем. Да, я хочу уйти отсюда, откройте двери. Нельзя, черт. Но, нельзя. По всей видимости, этим автобусом мы еще нихуя, сможем воспользоваться. Это что-то все прорабатывал, да, кто-то делал? Пользоваться? Да, поговорить мы ни с кем нихуя не можем. Нихуя себе родильная поза. Черт. Но, по всей видимости, этим автобусом мы еще... Сука, я бы прихуел. Сможем воспользоваться. Тут просто так охуенно все по-настоящему сидит. Дуру, ебать. Да, нахуй. Говорить мы ни с кем не можем, уже в который раз. Перейти на ту сторону улицы я не могу, потому что барьер, но я уже заметил то, что там есть какая-то надпись, и эта надпись гласит... Скидки. Скидки. По всей видимости, скидки. А это ресторан. Сначала я подумал то, что это какая-то церковь, потому что там у нас стоят статуи, у одной даже отрубленная голова, типа, знаете, ангельская статуя. Но потом я понял то, что это скорее магазин, раз скидки. Пытаюсь окончательно понять происходящее. Пока с трудом получается, но тем не менее мы... Нет, я тебе говорю, реально, она на меня посмотрела. Я хочу заметить... Что почему-то вот создатель карты не учел правила Нетфликса. Я точно приглашу ее на свидание. Серьезно, после того, что ты сделал с ее гномихой на последней ДНД-сессии... О, ДНД? Спасибо. И, чувак, молись, чтобы она тебя не удалила отовсюду. Не удалила отовсюду? Я понял! То есть... Из интернета. Ой. Ой, блядь, пошла ты нахуй. Привет, привет. Здравствуйте. Я понял. Привет, привет, блядь! Удалилась отовсюду, имеется в виду социальные сети. Да, то есть получается, мы имеем время, ну как минимум, наверное, 2010 год. А я погляжу, ты у нас новенький, да? Нет. Да я вижу, что новенький, вижу. Нет. Вас всегда за километр можно узнать. Почему? Бродите, как потерянные ро... Алчные, корыстные, злобные, согрешившие против самого человечества. Роботы. Ладно, прости, я просто прикалываюсь. Меня зовут Дженна. Я волонтер-куратор в этом университете. Скажи-ка мне, как тебя зовут? Проверю тебя в списках. Здрасте еще раз, Дженна. Да, меня Лололошка зовут. О, классное у тебя имя. Так, где тут у нас Л? Бля, если бы он написал бы другое что-то. Лошара. А, вот, нашла. Погоди, так... Ты до сих пор никакой информации не предоставил в учебный отдел. Блять. Пойдем, пойдем, помогу бля, тебе. Вот за мной. Ладно, а тут навалит, я смотрю, все уже на опыте. Да, я, видимо, не один такой, кто приходит и не понимает, куда ему идти. Да-да, я запутавшийся студент. Я не из другого мира. Вот-вот. Точно, точно. Как бы сказал мой дед, вперед в знание. Так, и мы, получается, прямо сейчас запишемся в университет? А это реально так и... Слушайте, ну, по идее, он тогда мог скипнуть момент, как он туда заходил. Просто до подслушивания катнуть и все, нахуй, нахуй тогда вот это вот там. Делается, ты просто говоришь имя, и вот ты уже студент. Если да, то прикольно, конечно. Вот бы так в реальной жизни, знаете. Ничего не подаешь толком, никаких паспортов, плевать. Так, что? Сейчас, сейчас, погоди. Ну что, парень, давай определять твою судьбу. На какой факультет поступишь? Я б ни на один бы не пошел. Вот. Факультет секса.
Ты еще что такое? Так, погоди. На какое направление будешь поступать? Молекулярная биология, биотехнология, художник... Бля, ну вот так вот просто, если на паузу поставить. Бля, это охуенно выглядит. Там сзади кто-то что-то ходит, сидит. Здесь на переднем плане стоит. Бля, если бы он еще и мод подъебнул вот в такие моменты, чтобы сзади было вот как у меня на вебке. Чтобы сзади план более такой размытый был, а передний. Это вообще четкий. Был бы разъеб вообще полный. Художественный перевод с древних языков, социология и социальная информатика, живопись. Чего? Подожди, это реально? Я прямо сейчас выбираю уже сход. Так я же ничего не знаю. Ну, типа, тут буквально рандом. Ладно бы я хотя бы хоть что-то, какое-то представление имел. Ну, ладно, давай просто первое. Ты экология и природопользование. По крайней мере, что такое природа, я понимаю. Я изучаю природопользование, я пользуюсь природой каждый день. Я люблю рубить деревья. Так, экология, природопользование. Выбор. Бля, просто, блядь, бедный чел там нахуй, наверное, этой кнопки неделю разрабатывал. Ложка такой. А, деревья в Майнкрафте можно рубить. Первая, блядь. Ха! Бля, и сидит нахуй этот, блядь, сейчас бедный школьник в подвале, плачет. Оге, одно из самых перспективных направлений. Знаешь, если ты планируешь жить в общаге, то такой выбор сразу несколько очков уважает. Ты же планируешь жить в общаге, да? Нет. Да. Я планирую тебя дома жить. Конечно. О, класс, 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 будем знакомы. Я тоже там живу. Ура. Там, правда, сейчас все перекрыто. Заканчивается благораживанием территорий, бла-бла-бла. Они решили дать больше свободы студентов в этом году, и я, как глава активистского совета, предложила свой проект, где... Блять, ну честно вам сказать, сыночка, вот я не знаю, где это происходит. Разрабы сборки бездаря не добавили слеж секс. Это по факту. А, собственно, вот такие вот, если в реале вот такую встречаете... Нахуй, сразу нахуй. Трахать в универе таких просто противопоказано, блядь. Надо от таких подальше держаться, потому что, ну это какие-то, блядь, ёбнутые колхозницы чаще всего. У них стипендия на 1500 больше, блядь. Из-за того, что они нахуй ходят, блядь, каждый день какие-то бумажки, кого-то куда-то, блядь, довести, отвезти на 1500 в месяц. Ну, то есть, блядь, скорее всего, деньги им нахуй не нужны. Но, блядь, если бы она такое же время бы в Макдаке бы поработала, ебать, она бы миллионершей бы была. Но она нихуя себе, она ходит какую-то хуйню. Это, во-первых. Во-вторых, скорее всего, она стучит преподам, блядь, кто прогуливает, кто не прогуливает. Это тоже сразу нахуй бан. Скорее всего, если такую трахнешь, она сразу подумает, что ты же жениться, блядь, с ней собираешься, это вообще не вариант. Вообще не вариант. Возможно, только дружба. Ее вот ее таких можно френдзонить, в принципе. Но она может с ума сойти и на тебя, блядь, какую-нибудь заяву подъебнуть. Короче, это сразу нахуй. Учла... У них 100% пизда волосатая. 1000000%. Все пожелания студентов. Да-да. Вот, и поскольку занятия начнутся только через 2 недели, работы еще не завершены. Да и в общаге почти никого нет, поболтать не с кем. Понятно. Сыночка, я сам... В профсоюзах и правкомах универа все долбоебы и нормисы. Люди, у которых жизни кроме универа нет вообще. Блядь, да, и они еще знаешь что, им надо еще... Они это не ради денег, они хотят власти, понимаешь? Это у них прям настолько, понимаешь, большое желание власти, еще что они готовы, блядь, годами нахуй бегать перед преподавателями, чтобы, блядь, попомыкать, друг, блядь, кем-то нахуй поменьше себя, обычными студаками. Так что это, блядь, это все нахуй сразу бан, блядь. Такая, если девчонка такая, реально, это ноу-лайферша реально тотальная. Еще что-то делает, блядь, что-то там ходит. Это вот просто их юзают, нахуй. Я не знаю, что им там должны. Вот там, допустим, баскетболистам, да, каким-нибудь, или еще каким-нибудь спортсменам, им иногда автоматы в универе ставят. Ну, типа, потому что они университет представляют вот в баскетболе, в футболе. А вот это что? Ну что она, нахуй? Ну что ты, блядь? Ну что ты, ебаный рот? Помой локти, я понял, сначала. Тебе по рукам сразу видно, что она из деревни приехала, доила корову, блядь. Ну, скорее всего, здоровье у нее нормальное, но это что же опасно. Если слишком здоровая женщина, то чуть-чуть в нее сперманешь, уже она сразу залетает. Деревенские-то они залетают с первого раза, блядь. В городе ты можешь девочку трахать, блядь, чисто полгода в нее спермить, и ничего не будет, потому что там газы, всякая хуйня, просто не приживается, бейбис. А в деревенскую, блядь, они потому что молоко пьют, нахуй. У них все, здоровье это пиздец. Но надо ли оно тебе, блядь, да, связываться, вот, так сказать, с деревней?
с полной деревней. Вот надо оно тебе, что не из интересов, это, ну, пивка. С учетом наших невъебенно важных донатов по 100 рублей, это видео будет длиться далеко не 30 минут. Так я зато, блядь, жизнь рассказываю, как жить правильно, нахуй. Я, наверное, слишком много болтаю, да? Сиська. Просто все, что касается нашего университета, моя большая любовь. Это пиздец. Бля, беги от нее, лололошка. Я ему так и напишу, потому что он, блядь, может, не поймет. Может, он в универе не был. Сейчас, братан. Я так подъебну ему, ну, чтоб совет. Братан, мой дружеский совет. Шли... Сейчас надо использовать. Шли нахуй эту рыжую. Это колхозище тебя до добра не доведет. Оглянуться не успеешь, как тебе, как у тебя дети, и эта рыжая уже нахуй под сатен весит. Тебе... А, тебе оно надо? У нее в жизни ничего интереснее универа не происходит. Это пиздец. Пойди с братанали, колюмбусик, раскочегари, нормалды, ёпт. Все, правил. Ну, это просто совет ему, может, блядь, сюжет, чтоб нормально хотя бы пошел. Пойдем, пойдем, оформим тебе документы, я помогу тебе. Ой, ну да, конечно, блядь, потому что нахуй все знаешь, блядь, где какие печати, блядь, поставить наизусть, нахуй, уже выучил. Так, я наткнулся на какую-то жесткую активистку по имени Дженна, ну допустим. А что я выбрал, кстати? А, природа, да, я выбрал природу. Вот здесь, по-моему, мне нужно. Так, сейчас, подожди, заношу твою информацию. А, окей. Ой, 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 ой-ой-ой, что происходит? Так, сейчас, подожди, заношу твою информацию. Что? Ну, ты же уже это говорила. Что, лагануло, что-то пинганула, наверное. Эй, смотри-ка, а чего ж ты мне сразу не сказал, что у тебя есть особая стипендия? Стипендия для Беги, братан, она узнала, что у тебя есть деньги. Сука, все, он от нее не отвяжется. Ебать, блядь. Сука, конец этого летсплэша, он женат, у него дети, скучная жизнь. Странных студентов покрывает все расходы на обучение, а также первый месяц проживания в общежитии. Кроме того, как иностранному студенту университет предоставляет тебе телефон. Ебать, нахуй, еще квартиру, блядь, сейф, нахуй, женщин. Сыночка, я в Сан-Тропе. Не слушайте его, трахайте все и всех, куда влезет писюнчик. У нас все-таки год семьи, демографии да, надо... Да, вроде все готово. Сейчас, подожди. Вот. Возьми. Куда ты смотришь? В общаге, если что, есть интернет. Хм, тебе повезло, парень. С твоим-то грантом ты целый месяц можешь за него не платить. Охуеть, блядь, месяц. Если что, рекомендую сразу скачать пейджер. Это самый популярный мессенджер. О, им все пользуются. Прикол. Меня сможешь найти там по тегу Дженна Смайли. Пизда. Идем, провожу тебя до автобуса. Как? Дженна Смайли. Смайли. Подожди, а что это было? Кстати, сказать забыла. Нихуя себе, бля. Это переходы крутые. Общежитие у нас находится за городом, так что... Да, добираться, конечно, долговато, но это ничего. Есть же автобус, да? Если у тебя есть права, то можешь брать каршеринг. Охренеть, каршеринг. Ты уж прости, я не смогу сейчас с тобой поехать. Да мне ладно, знаешь. Быть здесь, курировать таких, как ты. Долбоёба. Как приедешь, там увидишь два здания. Левое — мужской корпус. Тебе туда. Ладно, подожди, прежде чем ты продолжишь, я хочу выдохнуть. Я хочу правое, потому что мужчины всегда прав. Кое-что сказать, это просто огромный поток информации. Погоди, у меня появилась... Бля, ну она, да, на уши ему присела, сука, он уже не отвянет от нее, реально. Коробка с телефоном. Вы поняли, что произошло? В тот момент, когда она забивала информацию, немного откатилось время. И как будто немного переписалась история. То есть она проверяла про меня информацию, потом резко переписалась история, она также начала проверять информацию. Схуя он это решил. И у меня откуда ни возьмись появилась иностранная стипендия. Как? А до этого она и не заявляла, что у тебя ее нет. Ладно бы заявилась о том, что типа, бля, ну ты обычный бомж, потом... И типа, ну, нихуя себе. Так она не заявлялась, что у тебя... У меня, человека, который из другой реальности, появилась стипендия. Это невозможно. Не, ну это стипендия, это, конечно, да. Эти 2375 рублей, это сильно. Погоди. И нет, я, кажется, еще больше начал понимать. Я же, скорее всего, парадокс этого времени. Меня запихали в эту вселенную не по своей воле. Следовательно, я аномалия, я ходячая аномалия. И, скорее всего, мир начинает подстраиваться под меня. Я сразу говорю,
то, что это все мои догадки. Я сейчас все то, что вижу, так же вижу впервые, как и вы. Поэтому мои догадки появляются сходу, они могут быть необоснованными и так далее. Но, тем не менее, продолжай. Если что, правый корпус... Хуя, как он ее разрешил, блядь. Это рыжая 100% по выходным по Вене гонит и с нариками водится. Бля, Хмурого ебашит, она только так, бля. Все они сначала такие правильные, а потом ты уже с ней смотришь летсплеи по Майнкрафту. Блядь, не, ну тут ты, возможно, прав, ну ладно, я не могу поверить, что... Ну не, они такие наоборот, они правильные всегда, аж душнота, блядь, берет нахуй. Такие типа, блядь, как это можно прогулять лекцию, ебать? Его атаковал вражеский стенд. Женский. Все, пойдем. Не понял. А, ну да, я понимаю, левый мужской, правый женский. Ух ты, как открываются прикольно, да? Так она сказала, я не смогу с тобой поехать. Пошла, блядь, так. Сейчас на колени контролеру сядет, отсосет ему. Чё это он ему дал? Деньги! Деньги! Ебать, деньги! Деньги! Да не волнуйся ты, я просто заплатила за тебя. Пусть это будет моим дружеским жестом. Вот, блядь, представьте, да, нахуй, чтоб она, блядь, каждому оплачивала. Хуй там, она уже узнала, что у него стипендия, блядь, что, нахуй, если он ее возьмет в жены, то она сразу гражданинкой, нахуй, другой страны станет, блядь, где визы открытые все, блядь. Ебать, нахуй, ты, блядь, сука, моргай, нахуй, побольше, ёпта. Раскрыла глазища свои, блядь. Увидимся. Ты прочитана нахуй, как книжка на лето. В общаге. Пока. Давай, иди нахуй. А, пока. А-а-а, черт. Запихали, блин, мне информацию по самые уши. Так, давай думать. Это левый корпус, это правый корпус. Правый девочки, левый мальчики. Так, ладно, я... Сори. Итак, коробка... Я бы дошел. ...с телефоном. Сюда! Ема! Заряд... Ема! Зарядная станция, смартфон. Смартфон, воу-ё-ё. Ема! Нихуя сё, мир под него подстраивается. ЧСВ пиздец, синдром восьмиклассника. И скин такой же. Бля, если честно, меня всегда бесит Ема. Вот серьезно, в особенности... Есть еще продолжение, вот это самое отбитое использование. Еман. Вот. Типа, Еман, бля! Это... Вот когда, ну, типа, пытаются не материться, но при этом, блядь, как бы матеряться. И вот это Ема, Еман. Фу, блядь, ну уже ты матюкнись до конца, либо просто, ну, заткнись. Это полная Ема, братан. Я хочу поставить началу этого сезона 11 из 10. Черт подери, меня удивляют каждую секунду буквально. Ема. Я даже не знаю, зачем тут туалет нужен, но, какать. Видимо, мы уже в этой серии узнаем, да? Зарядная станция, я, наверное, ее могу поставить вот так. Да, и могу ее забрать. И смотри, у моего телефона 99% заряда. То есть я могу делать вот так, потом вот так, да-да-да. Прикольно, не, ну вот это прикольно, конечно. Я напоминаю, кстати, вот это прикол, ему просто выделили, потому что он иностранный студент. О, заряжается. Ну-ка, 99. И еще связь. Связь, наверное, тоже где-то... Заявился, кстати. ...будет ловить, а где-то нет. Это тоже надо учесть. Ну, допустим, я хочу сфотографировать что-нибудь. Ема! Ема! Господи! Хочу... корпус мальчиков. Ема! Ой, теперь я хочу выйти. Ну, сейчас... Как мне выйти? Все, выхожу. И вот моя галерея! Охренеть. Черт! Ема, я бы даже сказал. 11 из 10. Видимость мини... Бля, кстати, зарядился просто телефон от фотографии, наверное, или хуй пойми. Карта включена, выключена. Подожди, что? А, у меня потом мини-карта будет включена, но сейчас, видимо, ее нельзя, потому что, ну, у нас только начало сюжета, и у меня где-то, наверное, вот тут справа сверху или там слева сверху будет... Сыночка, я в Сан-Тропе. Вы смотрите охуенное кинцо от создателей «Дети против волшебников». Потому что, ну, у нас только начало сюжета, и у меня где-то, наверное, вот тут справа сверху или там слева сверху будет такой кружочек с мини-картой. Окей, окей. Открыть глобальную карту. О, хорош, ладно, понял, все. Так, дальше, что у нас есть? Время! Чего? Погоди, тут есть полноценное время? Бля, мистер Пятерка недавно, помните, сидим. Ну что ты делаешь? Я учусь программированию. Что ты делаешь, блядь? Ну вот, он говорит, ну, часы могу напрограммировать. И тут ложка. Тут есть время! Чтобы... Ема! Понимали, солнце не двигается. Или двигается?
Ема. Это ема, конечно. Да, по-моему, оно... Оно не двигается, оно 100% не двигается, я могу это по тени посмотреть. Посмотрим, что это у нас. Уведомление, прочее, что-то записать можно, а кстати. Я приехал в общежитие. Вот. Деньги! Текущий баланс 0 СТ. Ну, допустим, ладно, СТ это деньги, а это... Е-мать. Тут... Е-мать! Ну, вы знаете это, е-мать. Е-мать. Почему так? Если просто говорить, если всегда говорить пинда, то это тоже типа не считается. У нас также всем киницам все выделяют. Нашим братушкам все самое хорошее. Пока русские студенты сосисками за 20 рублей давятся. А за прогулы на СВО. Наверное, закончилось, типа... Типа... Не понял. Там оборвался донат. Тут еще и можно что-то покупать из приложений. Хорошо, я хочу себе... Еман. Нельзя грамм. Я не знаю, сколько он стоит. Приносим извинения за неудобство. Данное приложение недоступно на территории вашей страны. Хорош! Блять! Пошли они нахуй! Все эти плоды цивилизации! Сосать, блять! Хорош! Бля, вообще ржомба это пиздец! ПН 2500 СТ. Да. Опасное интернет-соединение всего за один клик. Мне, наверное, все-таки лучше поторопиться пойти туда, потому что время-то идет. Время может быть... Если, кстати, вчера приобрел член ПН, если честно, и теперь вы мне можете кидать тиктоки, я их смогу смотреть. Я на год себе оформил член ПН. Как солнце не меняется, но время в телефоне идет, поэтому это надо... У меня два член ПН. Учитывать. Дженна сказала то, что, по идее, людей сейчас нет, да? В общежитии мало кто живет. Что это? Конь. Конь! Да, красиво. Нихрен... О, боже, вот такого я не ожидал. Еман, я бы даже сказал. Это меню прокачки! Обалдеть! Ты типа у коня качаешься, нихуя круто. Типа ты не можешь везде подряд прокачаться. Деть! Сколько я удивлюсь за эту серию, а? Что это? Созвездие трудяги, созвездие вора, созвездие воина. Допустим, фермерство. Созвездие увеличивает скорость роста культур на 1% за уровень. Взлом... Блять, самое главное в моей жизни, какая хуйня происходит. Если меня бесит какое-то слово... то случается так, что я его специально чаще начинаю использовать, чтобы оно меня не бесило, и я использую его прям, ну, типа, пока... У меня такое было со спермой, я ненавидел слово сперма, теперь у нас в треке было сперма, и просто, блядь, сперма. Потом, блядь, я забыл. А, меня вообще бесит братанами друг друга называть. Я думал, что так делают только колхозавры. Сейчас в нашей команде, компании, блядь, постоянно здоров, братанчик, да, братанчик, брат, ты мне как брат. Вот это вот хуйня, полная, блядь, колхозная. И он говорит, да, брат, братан, брат. Ну да, брат, брата. Сука, братуха, братуханчик. Вот это вот вся хуйня. О! Я всегда это бесило и думал, ну как ты, блядь, человека, если он не твой брат, можешь называть братом? Как, блядь? Уменьшает шанс поломки отмычки при неверно подобранном ее положении на 1% за уровень. Взлом. То есть мы будем здесь кого-то скорее даже взламывать. Риторика. В зависимости от уровня разблокирует особые варианты ответа в диалогах. Так, это у нас сейчас нулевой уровень, и мне до первого нужно еще 108 опыта. 108 за что дает еманов. Опыт? Давай проверим. Может, если я буду просто бегать, то мне дадут опыт? Я бегаю, и... Дайте коня. Да, 900 опыта почти, то есть я еще немного побегаю. Ну, ебани круг. Далее проверяем. 906. Значит, скорее всего, пока я буду сейчас бегать по этому общежитию, я уже прокачаюсь. Но это что такое? Созвездие трудяги. Ох ты ж, господи. Называемая кирка. Я уже не знаю, сколько мне эмоций тут нужно выдать, чтобы я смог показать тот уровень афига, который прямо сейчас у меня происходит в голове. Афиг. Пахарь. Мотыги обрабатывают область 3 на 3. Не путь приносит. Трудяги. Открывает навыки трудяги, дает возможность... А он это потом скидывает? Это все могут скачать, поиграть сами? Камнерез, так пилораму... Вот, да, кстати, он реально под так называемыми яйцами реально находится, то есть в Ростове-на-Дону. Конечный и ткацкий, а также прочие второстепенные столы. Допустим, окей, требуется один поинт, а поинт, видимо, доставляется при помощи уровня. Созвездие вора.
Ух ты, цены у скупщиков на 10% выгоднее. Мы сможем воровать. Вот что мы понимаем. Мы сможем стать на путь вора. Ладно, не будем отвлекаться. А там были деньги, он их просто скупал. Воровать. Вот что мы понимаем. Мы вот, лежат деньги. Вон еще. Можем стать на путь вора. Ладно, не будем отвлекаться. Мне нужно в левое общежитие. Что это тут у нас? Тут стройка, нема. Вход воспрещен. А, нема, кстати, стройка. Дженна об этом говорила, да, то, что там какая-то стройка идет. И вот, кстати, у девочек, видимо, да, то же самое. Стройка, вход воспрещен. А как тогда зайти? Это двери, да? А, да, вот вижу какую-то табличку. Мужской корпус. Давай, зачекай. Привет. Лоу! Лоу! Алло! Кто-нибудь есть? А что ты орёшь-то? Новенький, что ли? Имя? Фамилия! Простите. Лололошка. Ой, опять что-то происходит. Что происходит? Да. Что это? Вот вроде только недавно. Бля, кстати, вот это круто. Ну, вообще поднята у него крутая тема, крутая идея. Потому что я размышлял на тему временных парадоксов. Есть такая тема, когда ты что-то меняешь, да, одно, и оно каскад событий провоцирует. А есть второе, когда что-то под тебя подстраивается. Так сказать, я не помню. Я придумал под это то, что, ну, есть вот главный игрок, а есть NPC вокруг, да. Если это матрица, то под игрока подстраиваться она должна так или иначе. Ну вот, и NPC они подстраиваются. И... Ну такая нормальная, типа, темка. Ремонт кого смотрел, блин? Делали, а уже свет полетел, а? Так, о чем это я? Черт, опечаталось. Господи бога ради, я. Походу он может идти. Да, да, вот, действительно есть такой. Третий этаж, седьмой блок, первая спальня. Тьфу, не повезло тебе, паренек. Твой сосед уже заехал. Ну, компания зато хоть какая-то будет, давай, а? Давай сейчас глянем. Только попробуй. А болтус. Ты шуметь после 11. Вышвырну без разговоров. А ты проходи, проходи, устраивайся. Не курить, не пить, девчонок не водить. Ваши новомодные мастерские должны открыться завтра, послезавтра. Так что шляться по территории сегодня не надо, понятно тебе? Все вроде бы сказала, да? Добро пожаловать. Спокойной ночи. Спасибо, добрая вахтерша, за то, что приютила. Куда идти-то? Третий этаж, седьмой... Иди нахуй, старая. Бля, вообще, мне кажется, всем бы так было удобно жить, если бы люди делились. Вот просто, если ты видишь старый, ты говоришь, иди нахуй, старый. Все, блядь. Ну, типа, дорогу молодым. Все, нахуй. Мой блок, первая спальня, третий этаж... Тебе пенсию платят? Сиди, не выебуйся, блядь. Все. Седьмой блок. Ух ты! Тут это, настольный теннис. Прикольно, прикольно. Так, а здесь? Ничего. А когда я прокачаюсь? Блин, у меня, наверное, уже первый уровень. Надо к коню будет сходить. Третий этап... Ебать, я забыл, что у меня жопа бритая и пуки прям такие громкие. Вы чё, Ксепом озвучивал? Ксепом? Бля, может ему посоветовать реально на озвучку дать Ксепома? Это просто повыше. Далее седьмой блок. Что из этого седьмой блок, непонятно? О, вот, седьмой блок. Да, мой сосед уже, видимо, заехал. Так, ну-ка. Нихуя себе у них площадь. Сейчас, блядь, что-то все равно сейчас. Сука, у меня сейчас пуки звучат как выстрелы, нахуй. Ксепом так называемый. Здорово! Все, пока, не могу говорить. Привет! Бля, нихуя себе анимация, конечно. Я Дилан. Дилден. Здрасте, Дилан. Это наша спальня. Я не храплю, надеюсь, ты тоже. Туалет и ванная совмещенные. Бля, ебать, у них метраж, конечно, пиздец. Вот бы каждому такое общежитие. Вот бы мне... Я бы жил бы в общежитии, а не в квартире своей, если бы такой метраж был. Блять, потолки метров 5. У нас нет графика уборки. Каждый убирается за собой сам. Пожалуйста, закрывай тюбик зубной пастой. Меня бесят открытые тюбики. Я сам тюбик, бро. Я так, сука, пришел. Ну, имя-то у тебя есть?
А, да. Блять, как? Блять, вот этот разработчик над ним так издевался, сука. Короче, сидят эти разработчики карты, я там был просто, я знаю, они такие, бля, как бы нам его заебать, пусть, блядь, единственное, что он будет делать всю серию, это писать свой ник, нахуй. Вот, блядь, сначала, нахуй, подружки какой-то, блядь, потом в базу данных, нахуй, записать, потом, блядь, вахтерша, ёпта, потом дилдену ёбаному, блядь, пусть, нахуй, просто тренируется писать свой никнейм, блядь. Каждый раз его лока. Ну, круто. Да, подожди. Ну да, конечно, сравнил, блядь, дело на ложка, блядь. Ложка. В плане круто. Это все? Какой ты неприветливый, Дилан! Может, все-таки поболтаем, я не знаю. Что? Что? О, блин, я так смотрю, ты из болтливых, что ли? Отстой. Я предпочитаю общение через пейджер. Не чаще одного раза в сутки. Блин! Нормальный чел. Сразу видно, нормальный чел не любит тюбиков и общаться с людьми. Какой нафиг пейджер? Что, серьезно? А, подожди, так у меня же телефон появился, а что это? Ема! Куплю-то! Реально берем смартфончик, значит, и... Наверное, я не знаю, качаем что-то, да? Пейджер. Простое, быстрое и безопасное приложение для обмена сообщениями. Скачать. Джена. Какая у меня... Сука, она сразу, блядь. Смотри, только он нахуй. Блять, зашел, она уже ему пишет. Блять, беги нахуй. У нее еще котик на аватарке, блять. Это колхоз стопроцентный. Это деревня, блять. Еще ты не вывезешь, блять, из нее деревню вообще никак. Все нахуй. Аватарка прикольная. Так, я могу ей написать, кстати. А, привет. Бля, это он ей написать. Спасибо, что помогла мне с общагой. Я заселился, все супер. А, это я печатаю, да? Это я печатаю. А, привет, это Лоу-ложка, ты первая, кому я написал в пейджере. Хай. Бля, охуенно. Это я, Ло. Заселился в общагу. Тут отстой. Л-О. Типа, поняли? Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной и элегантной. Ой, как только смогу, съеду из этой дыры. Ну давай, привет, это Лоу-ложка. Ты первая, кому я написал в пейджере. Ну, наверное, тут да, как это специально сделано, что она мне ответит через какое-то время. Но ответит ли она мне сейчас, вот в чем вопрос. Ой, да, реально, у меня приложение появилось. Слушает свою музыку, блин. Я-то думал, сейчас соседи тут у меня появятся, будем разговорчивыми, все такое. Прошу оценить, что, бля, ну тоже богато живут, нихуя себе. Потолки все-таки 1.7 метра, это во-первых, да? Во-вторых, ноутбук раз, ноутбук два, нихуя себе. Кстати, это реально первый сезон, где со мной не пытаются подружиться, вы заметили, да? То есть обычно все такие, кто ты такой, как ты странно выглядишь, вот это да! Что-то он, наверное, не прочитал то, что девка на него слишком как-то доебывалась. А вот тут все по-настоящему. Ты кто? Пшел вон из моей жизни. Бля, как-то вот бы со мной так чебоксары общались. Ну, точнее, чтобы вообще не общались, бля, я играл бы в свое удовольствие. Так, ладно, Дилан, не поговорим. А мне сказали то, что наша спальня здесь. Ну, допустим. Вот, да, две кровати. Какая из этих кроватей моя, неизвестная. Так, стоп. Голубая. А, стоп. Я случайно белый китайский фонарик. Я его поставил, я не могу теперь его сломать! Черт! Не-не-не-не-не-не-не, вот это я так просто не оставлю. Я ж, по идее, могу спокойно отсюда выйти. О, кстати, здесь тоже есть водичка и так далее. Если я могу срубить какое-то дерево, то было бы шикарно. А еще было бы шикарнее, если бы мне кто-нибудь все-таки. О! Ну! О, сюда! Привет, рада быть первой в твоих контактах. Завтра проведу тебе экскурсию по общежитию. Тебе точно понравится. Блять, да кто нахуй? Бесплатно нахуй! Незнакомому человеку, блядь, будет тратить свое время, ёпта. Пиздец, блядь. Да, конечно. Бля, она 100% либо хочет ебаться, у нее так называемый писечный зуд. Либо второй вариант, блядь, она нахуй, я же говорю, увидела, что у него есть деньги, стипендия, но он с другой стороны, она просто хочет, блядь, свадьбу нахуй с ним, и сразу она уже поняла, что, блядь, она устроится там серьезно. Бля, шли ее нахуй, бро, это реально... У меня подружание появилось, сюда! Тем не менее, ребята, я хотел сказать о том, что вот тот китайский фонарик, это лютая вещь. Мне освещение здесь явно пригодится, китайский. Поэтому я хочу срубить какое-то дерево. Да, я понимаю то, что, возможно, рановато, но во, видите? Телефоном. Вот эти деревья выглядят так, будто я могу рубить. Ой, что это? Так, знак какой-то, ой. Я могу через траву ходить, понял. 300 блоков, 500 блоков.
следуй по этой дороге. Не, мне пока что следовать никуда не надо, я просто хочу срубить дерево. Как это делается? Я просто срубаю вот этот лог, да? О май гад, как это долго. Пук, зайди ко мне в комнату. Ну, Пук, мне срочно. Не, сука, нахуй он это начал делать, я вообще не понял, блядь. До этого все в погружение шло, мультики, анимации, телефоны, все охуенно. Он заселился в общагу и такой, ну, блядь, сейчас дерево нарублю. Нахуя, ёпт. Нахуй, и, ну, опять же, учитывая все погружение, да ему должны были сразу пизды дать за то, что нахуй ебанул, просто повалил дерево в районе, блядь, этой кампуса. Вот эту полосочку, что, видите? Я решил подъебнуть, вот, да, рукой вижу дерево, блядь. И... Да! Уф! Уф! Нахуя? Надеюсь, мне штраф тут в 1000 ST за это не выпишут, а? 3 елового бревна, отлично! Ты все, возвращаемся. Ты своему Дилану и скажешь, бля, нарубил дерево вот. Вот дерево нарубил. Может, наушники снимешь? А, ты без наушников, тебе просто похуй, да? Ты в ахуе из того, что я просто пошел и, блядь, срубил дерево и притащил его нахуй в нашу комнату, да? Обратно. Здравствуй, белый китайский фонарик, ты мне понадобишься. Верстачок. Здесь нету верстачка, понял? Значит, мы воспользуемся этим уголком. Блядь, Дилан сейчас в ахуе сидит. Уголком кирку создаем и... Да, наконец-то белый китайский фонарик вернулся. Мне он явно пригодится. Так, ну а вообще... Ух ты! Конфета, бокал, белая свеча, учебник, горное дело. Эффективный уровень характеристики 0+. Учебник, горное дело, это как? Ой, что сделал? Блин, это случайно надо к коню прочитал сходить, надо по-любому к коню сходить посмотреть. Так, 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 он еще, кстати, говорил то, что туалет и ванная здесь, да? О, туалет, реально. Могу ли я им воспользоваться, вопрос? Скорее всего, да, но, видимо, сейчас я пока не хочу им воспользоваться, скажем так. У меня вот эта вот иконочка все еще выглядит так, как обычный туалет. В нем... Нет никаких накоплений, господи, я не хочу об этом говорить, короче. О, о, погоди, учебник и ремесло. Я не знаю, что это, но я... Химия, эффективный уровень характеристики 0+. Допустим. Да, далее, защита, ограничение. Фехтование. Я использую, сам не знаю, чего я использую. СТ, деньги! Вау! Немножко воруем, ребят, тут, походу, кто-то будет жить, да? И, возможно, это портрет нашего сожителя, но вряд ли. Пойду вот все-таки поведаю коняшку. Нет. Я, как-никак, очень много прочитал, и это дает мне... Стоп, что это? Деньги! Деньги! О, господи, тут просто валяются деньги! Шикарно! Может быть, оставить? Ладно, пока не буду трогать. А, так, я прокачал алхимию, горное дело, ремесло, фехтование и защиту. Все из того, что я прокачал, явно мне в будущем пригодится. Например, горное дело увеличивает скорость добычи блоков на 3% за уровень. А еще я, кстати, прокачал первый уровень вот в этих навыках. То есть у меня сейчас одно очко, я могу взять и вложить его... в путь трудяги, путь вора или же путь воина. Я не буду выбирать по одной простой причине. Я хочу понять, как по сюжету это вообще может сыграть свою роль. Так что да, мы пока что этот поинт сохраняем, возвращаемся в общежитие. Привет! Так, все еще храпите, яйца. Бабушка, храпите. О! Дилан исчез. Вот, а типа, куда Дилан исчез? Он своей жизнью живет. О, о! Он теперь за компиком играет. А ты, я смотрю, прям такой этот... Геймер. Назовем тебя так, да, геймер. Прикольно, геймер. То есть NPC не будут заниматься чем-то чисто одним, они всегда будут курсировать геймер по локациям. Это, блин, офигенно. Тем не менее, жалко, что не могу поболтать, но я могу сказать то, что мне очень понравился запуск этого сезона. Ребят, без шуток, 12 из 10. Лучше пока что точно не было. Надеюсь, вам тоже понравилось. На этом я буду постепенно первую серию, да, заканчивать. И я очень надеюсь то, что данный запуск вы закидаете лайками и подписками. И чтобы не пропустить будущие серии, даже нажмете на колокольчик. А, начинай... Ну это да, ебать, да сколько он там... Ну короче, считайте, посмотрел. Что могу сказать? Прикольненько даже чуть-чуть. Ну вот это проработано, конечно, карта пиздец. РП отыгрывает. Ну такое, чуть-чуть похуже, конечно. Вот, ну, нормально.